Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня хочу поговорить с вами о питании, о ошибках в питании. В первую очередь для тех, кто хочет похудеть, кто хочет быть просто в форме, держать себя в форме. И поговорим о классических ошибках, о мифах. Кстати, большинство тех советов, которые вы слышите от большинства инструкторов, как раз-таки вам и мешают. Поговорим немножечко о питании, немножко о тренинге. Очень много вопросов приходит мне на эту тему, несмотря на то, что у меня и в последних моих статьях есть очень большая обширная информация, написанная простым языком. Две статьи: «Похудение от А до Я» и «Инсулин. Гликемический и инсулиновый индекс». Там я четко, подробно рассказываю, объясняю, как, что и почему. Это очень важная информация. Настоятельно вам рекомендую ознакомиться с ней. Ссылки на эти статьи будут в описании к видео. Итак, начнем. Поговорим о завтраке. Завтрак действительно важная часть питания всего рациона дня. Действительно нужно завтракать. Если вы просыпаетесь и у вас нет чувства голода, значит, ваше питание неправильное. Значит, в течение дня вы совершаете ошибки. И вам нужно пересмотреть отношение свое к питанию, свои знания и понятия. Что нужно еще понимать? Именно понимать. Знание и понимание — это разные вещи. Именно поэтому разговаривайте со своими детьми. Сами пытайтесь развиваться, логически мыслить, смотреть нужные фильмы, читать нужные книги, играть в правильные игры. К примеру, шахматы. Самая лучшая игра для развития мозга и логического мышления. Наша система школьного образования заточено на то, чтобы мы имели знания, но не имели понимания. Государственности невыгодно иметь умных людей с точки зрения понимания. Выгодно иметь роботов, которые отработали на заводе, пришли, выпили и с утра снова пошли на работу. Которые находятся в вечном рабстве. И не нужно иметь сейчас надсмотрщиков. Мы сами потому что себя загоняем в рабство. Кредитами, хотя это не наша вина, мы вынуждены брать кредиты, чтобы получать, к примеру, сейчас даже хорошее образование, ездить на хороших автомобилях, жить в нормальном жилье. Но это все государство. И если кто-то думает, что где-то какие-то государства лучше, поверьте мне, государству выгодно, правительству выгодно, чтобы общая масса была баранами, работающими баранами. Поэтому водка, вообще любой алкоголь, пиво даже не является алкоголем в свободном доступе. И не смотрите на то, что, к примеру, в России алкоголь запрещен после 10. Это все чушь. Стероиды, тем не менее, запрещают, хотя весь мир лечится и живет полноценной жизнью после 35-40 лет, используя гормонозаменительную терапию на постоянной основе. Конечно, это не дозы спортсменов, бодибилдеров, но все-таки. Ну, вернемся к завтраку. Если вы завтракаете хлопьями, а еще, не дай бог, своего ребенка пичкаете хлопьями с утра с молоком, вы совершаете первую и самую опасную ошибку. Почему? Более подробно это расписал в статье «Инсулин». Настоятельно рекомендую вам еще раз ознакомиться с ней. Сейчас вкратце объясню. Инсулин – это самый мощный анаболический гормон. Нет сильнее гормона, чем инсулин. Инсулин ответственен за питание клеток. Да, мышечных клеток и жировых. Но вот наш образ жизни весь целиком – питание, отдых, тренировки влияют на инсулин, а конкретно на
реакцию мышечных или жировых клеток на инсулин. В основном то, как живет большинство, отрицательно влияет на резистентность инсулина к мышечным клеткам, но повышает чувствительность инсулина в жировых. Теперь вы понимаете, что неправильно питаясь, вы стимулируете сами отложение жиров, а мышцы атрофируются. Но грамотным питанием можно поменять картину в целом. И действительно, можно на каком-то определенном, особенно начальном этапе, наращивать мышечную массу, одновременно пережигая жир. Но сразу же здесь еще хочу сделать ремарку. Давайте поставим точки над «и». Не сравнивайте себя с атлетами с журналов, с выступающими спортсменами. Забудьте об этом напрочь. Мы с вами простые люди, не стремимся к соревнованиям. Мы не хотим выступать на соревнованиях. И нам не нужно, а это опасно, иметь низкий процент жира в организме. Поверьте мне, девушки, которые имеют четко выраженные кубики пресса на животе, в основном нездоровые. Я это знаю, потому что ко мне приходят бикинистки от других тренеров или выступающие самостоятельно, у которых пропадает менструальный цикл. А это страшно для женщины. Пропажа, отсутствие менструального цикла или даже нарушение говорит о серьезных сбоях в работе организма. Влечет за собой ворох проблем. Проблем со здоровьем, проблем с психикой. Я настоятельно вам рекомендую узнать нормы для мужчин и для женщин, за которые опускаться не нужно в процентном отношении жира в теле. Ведь жир это не только вред, но и польза. Смотрите, от жира зависят, насколько будут хорошо функционировать наши суставы, насколько хорошо будет функционировать эндокринная система. К примеру, тот же холестерин. Нам просто внушили его вред. Но современные исследования, я не буду приводить ссылки, я не теоретик, я просто натыкаюсь на них и постоянно вижу. И вы сами можете это все увидеть, если захотите. Показывают, что холестерин, пониженное его содержание в крови человека, гораздо опаснее и вреднее, чем повышенное. Потому что холестерин отвечает за огромное количество в нашем организме. Холестерином выстелены внутренности легких. Без холестерина не будут вырабатываться мужские гормоны, без которых мужчина будет не мужчина. И здоровье его будет падать, и уровень жизни, и качество жизни. Об этом, обо всем много вы можете найти. Так что, то, что вам говорят, что высокий уровень холестерина и отложение холестериновых бляшек, знак равенства между ними, это полная чушь. Неважно, насколько высокий уровень холестерина крови у вас, все равно при неправильном питании, даже если у вас уровень холестерина низкий в крови, вы будете получать атеросклерозные бляхи. Почему? Потому что не холестерин разрушает стенки сосудов. Это понимает любой, кто более-менее ориентируется в этих вопросах. И я вам настоятельно рекомендую тоже ознакомиться, более научно подойти к этому. Обращаю ваше внимание, холестерин важен и нужен. А холестерин из яичного желтка самый полезный холестерин, потому что в нем содержится кислота, которая убивает уровень плохого холестерина. Плохого в кавычках. Почему? Потому что она понижает его содержание в крови, если оно высокое, нормализует его. Больше нигде такого нет. И в желтке огромное количество витаминов группы В, селен, много чего. Яйцо целиковое очень полезно. Вы можете смело есть 3-4 яйца в сутки и не опасаться за свое здоровье, а то и 5. Все это мифы. И пришли они к нам от тех, кто использует андрогенно-анаболические стероиды. Для них действительно уровень холестерина высокий в крови очень плох и опасен. Нам с вами, простым смертным, не использующим фармакологию,
даже париться об этом не нужно. Следить только за тем, чтобы не был он очень низкий. Потому что низкий уровень холестерина в крови – это однозначно не здоровье. А высокий уровень холестерина – это не значит не здоровье. Поймите это. Так вот, когда мы на завтрак с утра едим быстрые углеводы, а правильнее говорить, пищу с высоким инсулиновым индексом, не гликемическим, гликемическим тоже опасно, а именно инсулиновым, тогда мы с вами стимулируем наши жировые клетки на накопление еще больше жира, а мышечные клетки, наоборот, становятся резистентны к инсулину. Нам нужно менять картину. Мышечные клетки должны реагировать на инсулин, а жировые должны быть резистентны. Что для этого нужно? Для этого ваш завтрак должен состоять из быстрых и медленных углеводов и обязательно белков, также быстрых и медленных. Запомните такой закон. Любая белковая пища, добавленная в углеводную, делает углеводы менее быстрыми. То есть ихний гликемический индекс понижается. При этом инсулиновый все равно останется, он все равно будет где-то какой-то скачок, но по крайней мере это не будет резкий выброс подъема инсулина. Понятно, да, что быстрые сухие завтраки с молоком, а это самое опасное для нашего здоровья и для нашего состояния эстетического. Хотите правильно начинать свой день, можно есть сухие завтраки, но обязательно нужно при этом съесть еще что-то белковое, а желательно и кашу. Как я вижу свой идеальный завтрак и как я завтракаю? Это либо овсянка с творогом, либо гречка с творогом. Иногда я делаю себе шарлотку, когда мешаю овсянку с яблоками, с яйцами, с протеином, не использую ни сахар, ни муку. В блендере все перемешивается, выливается в форму, в духовку. И это прекрасные протеиновые батончики с быстрыми белками и медленными белками и с быстрыми и медленными углеводами. Идеальная пища, которую можно брать с собой. И это будет лучше, чем какой-нибудь гейнер или просто протеин. Питаться нужно каждые 3 часа. Максимум прием пищи должен быть через 3,5 часа. Промежуток этот увеличивает опять-таки наше отношение к инсулину, увеличивая в ненужную сторону процентное соотношение. А нам с вами, повторюсь, нужно, чтобы жировые клетки не реагировали на инсулин, а мышечные реагировали. Чем больше промежуток отдыха, тем сильнее эта пропорция не в нашу пользу. Поэтому запомните закон. Второй. Первый – это на завтрак есть быстрые и медленные углеводы и быстрые медленные белки. Второй закон – 3-3,5 часа максимум перерыв между едой. Лучше съесть какую-нибудь дрянь, чем пропустить прием пищи. Организм должен постоянно подпитываться чем-то, чтобы не было скачков у нас в выбросе того же инсулина. Следующее, о чем я хотел с вами поговорить, это о том, что мы едим. Никаких консервантов, никаких бульонов. Если вы не уверены, что сами ваша бабушка или знакомые выросли в деревне эту курицу или бычка. Если вы покупаете мясо непонятно где, в супермаркете, не вздумайте готовить бульон, холодец. Это первая причина современных болей в суставах и проблем с суставами. Потому что канцерогены, которые там используются, не усваиваются организмом, а вкладываются в наших суставах, влияя на их здоровье, на их состояние. И 90% из вас чувствуют это сейчас. Запомните, что в магазинах, в супермаркетах копчености – это не копчености. Давно пищевая индустрия перестала использовать коптильни. Используются специальные растворы, которые напичкивают мясо страшнейшим количеством канцерогенов, из-за которых у вас потом болят коленки.
И не забывайте, конечно, о разминке. Я это расскажу чуть позже. Вторая половина дня. Вторая половина дня – это белковая пища и зелень. Это идеал. Можно есть помидоры, огурцы, капусту. В первой половине дня мы стараемся есть больше медленных углеводов и белков. Во второй половине дня мы едим белки и зелень. Запомнили, да? 3 часа, максимум 3,5, промежутки между приемами пищи. Не забывайте, что для любого нормального человека, для нормального функционирования, нужно минимум 2 литра воды в сутки. И я говорю именно о воде. Сюда не входят ни супы, ни борщи, ни чаи, ни соки. А не забывайте, что соки – это мощнейший выброс инсулина в кровь, правильно? И это не есть хорошо. Когда нам нужен мощнейший выброс инсулина, и очень быстрый, только в одном случае, сразу же после тренировки. Поэтому любая вредность, которую вы любите и без которой не можете, конечно, кроме трансгенных жиров, может и должна быть использована сразу после окончания тренинга. Потренировались, обязательно выпить послетренировочный коктейль или съесть какую-нибудь пищу, которая быстро приведет к повышению инсулина крови. Но не забывайте, что также очень важны аминокислоты BCAA. Кто бы вам что ни говорил, БЦА – это работающий препарат. Это доказано научно тем, что сейчас все диетологи мира, особенно те, кто работают с анорексией, используют данный препарат. Потому что он защищает действительно ваши мышцы от катаболизма. И резко уменьшилось количество смертей от анорексии у тех, кто применяет BCAA. Теория и практика – это разные вещи. И не забывайте, что любые исследования проплачиваются. Кем и для чего – это остается уже загадкой. Никто не будет организовывать исследования для спортсменов, потому что это никому не нужно. По крайней мере, пока в нашем мире. Думайте всегда своей головой. Следующее. Не забывайте, что фрукты – это тоже быстрые углеводы, от которых будет резкий скачок. Поэтому применяйте их только, правильно, после окончания тренинга. Если вы хотите, любите фрукты, используйте их в первой половине дня, но только как десерт, после основного приема пищи. Тогда уровень инсулина не так сильно будет влиять на то, что мы едим. Но если вы будете есть их отдельно, к примеру, съесть один банан как прием пищи, это очень глупо и опасно, потому что как раз-таки пропорция наша между мышцами и жиром будет не в нашу пользу. А вот использовать банан после тренировки вместе с протеином комплексным – это идеальный вариант. Ни в коем случае не варите морковку и вообще никакие овощи. Вареные овощи превращаются в мощнейшие инсулиновые бомбы. Понимаете теперь, какой самый опасный продукт, да, салат, винегрет? Об этом тоже мало говорят. Всегда думайте, всегда изучайте все. Будете правильно питаться, только благодаря этому вы настолько поменяете композицию своего тела за 3 месяца, что вас никто не узнает, и вы сами себя не узнаете. Теперь давайте перейдем к тренировкам. Что же в тренинге должно быть такого, чтобы была польза в нашей пропорции между мышечными и жировыми клетками? Во-первых, никогда не совмещайте кардио-тренинг с силовым тренингом. Неважно, до или после, что идет в начале. Всегда силовой тренинг – это один день, кардио-тренировка – это другой день. Классическое кардио я вообще никому не рекомендую. Опять-таки, мне скажут, и многие говорят в комментариях, как ты можешь так говорить, когда все профи по часу, а то иногда и 2 раза в сутки – применяют кардио. Вот именно поэтому я вам это и говорю. Профи используют
анаболические андрогенные стероиды, гормоны роста, гормон инсулин, тироидные гормоны. И еще такое количество гормонов, названия которых вы даже не слышали. Так вот, чтобы все это работало, и чтобы нарастали огромные слои мяса на их теле, им приходится жрать. Реально, ребята, не есть, не кушать, а жрать как свинья. И основная проблема для большинства профи, поверьте мне, я общаюсь с очень много профи, как нашими, так и западными, живу я здесь в Америке. Основная трудность — это не тренинг. Основная трудность — это съесть огромное количество пищи. Представляете, какое количество энергии приходит им? Естественно, чтобы быть в форме, им приходится делать огромное количество кардиоработы. Но при этом не забывайте, что их мышцы в любом случае защищены. У них постоянно в крови плавают гормоны. Вы можете такое себе позволить? Нет. Так вот, классическое кардио – смерть вашим мышцам. Любую работу вашу проделанную они будут сводить на нет, а то еще и дальше откатывать вас в процессе метаболизма и в процессе наращивания мышечной массы. Какое кардио полезно и можно делать натуралу? Правильно, интервальное. И не больше 20 минут. И в отдельный день от силового тренинга. Максимум это 3 раза в неделю, но лучше и достаточно 2 раза. Другое дело гулять перед сном 30 минут. Это полезно. Это полезно во всех случаях. И уснете лучше, и будете чувствовать себя лучше. И растягивайтесь. Обязательно делать растяжку вечером. Я настоятельно не рекомендую и запрещаю своим ученикам, сам это не делаю, делать растяжку серьезную между упражнениями, между подходами. Ни в коем случае не нужно этого делать. Хотите узнать подробно почему? Найдите мою статью, почитайте или посмотрите видео. Это может привести к очень серьезной травме, которая выбьет вас из режима тренинга. Никому это не нужно. Так что помните, ребята, правильный тренинг, правильное питание – это не так уж и сложно. Главное понимать, когда, что, для чего и почему. Не нужно сравнивать себя, еще раз говорю, с кем-то из проатлетов, с какими-нибудь моделями из журналов. Конечно, это красиво, всем хочется быть такими. Но повторюсь, и для мужчин, и для женщин есть процентное отношение жира к мышечной массе, ниже которого опускаться вредно. Вредно для здоровья. Главное быть функциональным. Ваши мышцы должны быть функциональны. Они должны вам помогать, а не мешать. И ограничивайте понятия спорт и жизнь. Потому что физическая культура и спорт – это разные вещи. Любой спорт – это однозначно не здоровье. Мы же с вами живем, тренируемся, едим для того, чтобы быть лучше в нашей жизни, чувствовать себя лучше. Поверьте мне, ни один огромный бодибилдер не чувствует себя хорошо. Я знаю, что самое тяжелое в карьере Джея Катлера было как раз-таки поедание огромного количества продуктов. И там уже даже не смотрелось на вкусноту продуктов. Главное было съесть определенное количество калорий. Иначе просто такая огромная мышечная масса не будет держаться на теле. Поверьте мне, одно дело набрать эту массу, другое дело ее еще удерживать, поддерживать. Поэтому приходится современным профи круглогодично сидеть на стероидах, что тоже, естественно, не может быть здоровьем. Почему наши мышцы при натуральном тренинге не вырастают до таких объемов? Все просто, потому что это не функционально именно для нашего здоровья, для нашего организма. И поверьте мне, вы никогда не добьетесь в натуральную таких больших объемов. Я не против бодибилдинга. Мне самому хотелось бы быть таким же монстром мышечной массы. Но я понимаю, что для этого мне нужно идти на определенные жертвы, на определенные условия, на которые я не готов. Поэтому я преклоняюсь перед современными суперпрофессионалами.
Я не осуждаю их ни за что, ни за большие животы, потому что попробуйте столько съедать и сохранять свой живот не растянутым. Да, мне ближе классический бодибилдинг, современный, когда нет больших животов, но люди мы так устроены. Интересно нам смотреть на все что-то невероятное. Представьте сейчас Формулу-1 вернуть, к примеру, скорости 75-летней давности. Кто бы стал смотреть? Да никто, это никому не нужно, не интересно. Поэтому, друзья, не осуждайте никого. Каждый имеет право жить так, как он хочет, стремиться к тому, к чему он хочет. Мы же с вами стремимся к здоровому существованию. Поэтому и ориентироваться нужно на соответствующие принципы, понятия, законы. Надеюсь, это видео помогло вам. И не забывайте почитать статьи, ссылки на которые находятся внизу. Обязательно пишите комментарии, задавайте вопросы, но перед тем, как задать вопрос, просмотрите. Практически 95% вопросов, приходящих мне, уже разложены по полочкам и в видео, и в статьях. Экономьте мое время и свое. Если есть вопросы, которые я еще не освещал, обязательно присылайте. Будем делать статьи, будем делать видеоролики. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.